Я тут бегу, подхожу. Дайте еще раз сказать, пожалуйста. Подожди, дай, дай, вот он. Меня слышно? Тьфу ты, блин. Сорян, залагала. Прохи у меня, пожалуйста, на мне стаки. Ну зачем ты кот бьешь этого тактика? Бей он, блядь, вон командиром. Тактик контролю. Сейчас бафы дам. Сейчас я спектрусь. Скиньте, пожалуйста, север со снайпа. У меня стаки висят, они меня убьют. Спасибо. А, бог, да. Спасибо, Киря. Рыба для пацанов без личной жизни. Где? Опа.
Дайте Дживс, есть кого-то Дживс. Дайте Дживс. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Наксанар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Прольется кровь. Насладитесь болью. Прольется кровь. Кто на этих? Кинетика падает. Насладитесь болью. Моя темная сфера сделала меня и прольется кровь. Бейте, пожалуйста, только сферы, я вас прошу. Да хил посидит на сферах, ничего страшного. Хил. Да. А кого ты задувал? Кому? Мамке. Я же никуда не сдох. Боже, дай ладно, пожалуйста, Леночка. Сейчас я тебя найду, подам один. Херим, да сагрил сдох. Пиши, поднимайтесь все сюда, быстрее, не стойте там, чего вы там стоите? Бегом сюда все. Сейчас я ее ферму, смотрите. Ой, мне застанет. Я получок. Давай, давай метку войска выбить. Я получок. Я маленькая лошадка. Бля, классная песня, забыл слова. Мне живется не сладко, я везу свою большую повозку. Станет день, я ее брошу.
Это, типа, где нам коту везла эта песня? Нет? Я знаю другую получше. Не можешь знать получше, эта песня топ. У коровки нет других забот. Травку жует и молочко дает. А как же эта песня? Для кого? Я устал, хочу любви. Это кто? Макс Барский. Повторяю вновь, не пластмассовая любовь. Будет, поменяй меня, пожалуйста. Жена пришла, говорит, пить меня будет сейчас. Где ты еще там, чувак? Зато честно. Это Рамыч. Не к соответствию действительности. Зато честно. Давай. Удачи там тебе. Тоже ее пизди в ответ. Славик, бьешь жену? Она тебя бьет? Или ты заходишь, блядь, в этот хиджал с ней, нахуй, пупаешься? Она не играет у него. Он же говорил. Она просто на X5. С мутантом. Они все в небо смотрят. Взгляни на небо, посмотри, как плывут облака. Нет, это песня. Кстати, надо музыку включить, что-то скучно идти. Давайте, сейчас я включу, блядь. Блин, я какую херню вспомнила. Гимн Российской Федерации. Не, сейчас. Как его зовут? Свое платье Бласк, Бакарди, танцы моей кровати. Не говори, мне хватит. Снимай свое платье. Выключи. Нормально, чини, блядь, чуху пойму, блядь. Это просто паранойя, походу. То шаман уже умирает, да умирает. Как-то подозрительно как-то. Моя подружка с центра, а я с окраины, ведет себя примерно, а я неправильный. Моя подружка с центра, а я с окраины, ты лишь что Тихо, не надо. Да. Дайте МП5 по паладинам, алло. Паладины, блядь, сами. Дайте по себе МП5.
Смотри, вот Аюми опять не дамажит, он идет весь рейд вагонится нахуй. Это я сейчас ему еще сотку накину, блядь. Я пока не могу прочитать. Да, конечно. Скорее всего, автоатакой бьет и все. Так смотри, у него автоатака. Так и ближний бой на первом месте. Хил. Ты так смотри, его БДК вот передамажил. Его БДК передамажил, видишь? И так, каждый босс так, блядь. Да, я тут. Варни укусил. Ну, Рихериму тоже сотку можно кинуть, блядь. Может, стопнем просто, нет? Или не хватит все равно? Не, падаем. Друид, стой, просто стой. Не смогли те. Дайте этот, диван, дайте. Дайте диван, блядь. Дайте задувалу диван. У меня, блядь, сколько? 5841, да, там было ДПС? Представление. Да не, у него божественная буря 4 раза, удар воина света 7 раз, ну это типа несерьезно. А там чисто... У него или чисто сильно налагает, но он молчит. Или он просто АФКшит, да, грубо говоря. Я тут, какой я АФКш? Не повезло. Так нахуй его-то вообще брать, блядь, какой-то бред, блядь, что из-за него вайпаться сидеть. Поставьте Дживса, у меня опять закончились знаки королей, блядь. Да, я, короче, в Долоран слетаю, блядь, куплю себе нахуй теперь, блядь. Покупайте сразу 1000, чтоб на рейд точно хватило. Не достаю, слишком далеко. Для тех, кто разочаровался в жизни. Я рыбу ставлю. Она как будто похвально дает.
Да, бля. А может он сам пусть словит, а? Никто дамажить не будет, он быстренько там даст Divine Storm словить. Нельзя словить. Нельзя словить укус. И там укусы поймает. Если никто дамажить не будет, он и словит его. А в том смысле то, что ты быстрее то, что сделаешь. Да запейте, все окей будет. Я голодна. Надо подождать. Как вам такое? Я пока не могу начать. Пусть только сбоку где-нибудь встанет. Я пока не могу прочитать. Пусть этот, кто квест сделает, там выйдет, потому что мне в мелизоне неудобно будет. Спасибо. Да. Еще кого ты хочешь укусить? Я отхорно укушу. За жопу хочет ухватить просто. Начинаем представление. А, блин, он нафикашит, короче, ладно. Ну, Тхорн, я думал, он дамажит, я его укусил. Не понимаю, что своими. Он как бы скиллами дамажит, прожимает, но такой дамаг низкий хуй. Ну да. На Юме я ГП снимаю, ну там, я думаю, ты покажешь эту шмурь пил. Может, стопнем? Начинаем представление.
Ребят, стопните ДПС. Хилов? Хилалку Силе уже отдала. Видите, Лока, блять, уже ебаная кинулась, падла. Ух! Хорошо. Ара-ра-ра-ра. Так не может же. Я БДК, да? Да, да, давай. Танчик, я отойду пока. За них тут пёрышко не кидается. Ждем, когда все подойдут. Вот Аюми идет в ретрике, если он мог спокойно пойти в танк, у него фуловый шмот танка, бля. В смысле, фул шмот на танке есть? Ну, там все есть шмотки на танк, все танковские, ну, танчить можно спокойно, ну, спекайся. Да до пизды, спекайся и танчивай, и все. Ключ есть, ну, все как положено. Че, ребята, погнали? Готовы все? Погнали. Положите клинки, соратники. Райкулы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Да, он пишет, он предлагает пишет. Даже. Приводите их сюда, и мы вам поможем. Уже заходят. Давайте носительницу смерти все заливаем. Давайте, не надо бить повелительницу льда, носительницу смерти бить. Милики, отошли отсюда. Блин, трэш сразу сагрится. Как одна умрет.
На Сандре еще отглы будут падать сейчас, смотри. Ну, люди будут падать от глыб. Вот шаман пишет, плюсик. Я буду мобу резать всех, так что давайте идите дальше. Илья, ты уже пришел? Сейчас, короче, БДК пойдет наверх, и вообще никто не бьет. Надо дать ему время наагрить. Лучше пусть паладин идет. А ДК? Да. Или Мишечка, кто там? Пусть, который потолще. Ну да, заберу. Ничто не спасет. Братья. А, да. Я ж пытаюсь забрать. Да, не забирай, Делайн, пожалуйста. Так нахер его сюда вытягивать, блядь? Лок, вставай, лок. А есть у вас еще места? Я снова подержу. Да есть места. Кто там хочет? А кто нужен, да? Не одно, а два. Плюсанул. А он лежит. Чего вы там еще не спулили Вальку? Не спулили. Сука, подожди, не бей. А, это еще. Ты имеешь в виду, да, спулили. А, ну ты хер с ним думал, то. Ты сестра-то, блядь. Это не Валька, блядь. Ну, она Валькирия. Для дракона имел эту зеленую пичку эту, блядь. На Валитрия. Да да пизды. Пьем. По-моему, сколько урона в щит нанесли, такой процент будет нанесено урона. Ну зачем ты забираешь? Вместе стояли, их его ешили.
Потому что я пидор. Да, злой пидор. Поставьте еще. Пожалуйста. Я справа танчу. Шкаф. Че бой повис? О, крэф, здесь он пропал. Рыба для вегетарианцев. Нет, больше нету. У меня вдаться на вальку спекнулся. Браки, браки. А я хотел в этот. А мы сейчас решим сами. Бля, классный ник. Кинь, пожалуйста, каску по плюсу. Есть уже каска. Спасибо. Ты. Пидоры смотрят. Ты ГП. Ты натурал, сверхнатурал тебе сказал. Сверхнатурал? Супернатурал, блин, да. Тройл, если кто не знает. Давайте под давлением ем. Нормальный тип Ройл, все правильно говорите. Нормальные типы на Ола ходят. Супернатурал, да, смотрит? Нормальные типы. Давайте от морды всегда летать, народ. Мы так и делаем. Да. Открыла портал в изумрудный сон. Силы возвращаются ко мне. Еще немного. Подождать.
Крутить. Не танчите там боссов где-то там вдалеке, или танк увидите. Давайте делаем. Какой Дим? Шаман. Шаман, Герн, дай. Шаман. Давайте вооружение рук кидаем, паладин откуда нитку. Где, не знаю, помню. Подавление. Давайте на хп отнимать, хп отнимать, то хило. Справа убейте быстрее. Ну, скелет от вам ищите. Отлично. Сейчас пояс не хило. Ой, на танк. Избавление все. Сука, Дарион выиграл. Вторая шмотка за рейд. И ТДС тоже выиграл? Слушайте, накиньте ему хп, пожалуйста. Просто, типа, что его жизнь медом не казалась. Давайте сразу 5000 хп. Крюгер, прыгай в лифт быстрее. Не, ну типа, просто он сролил кольцо с ребра, он сролил БОЕшку и он сролил ДС. 5000 хп. Нельзя же так, ребят. Еще и квест делаем, да. Я чешку тоже не сролила, и волю так тоже не сролила. Так он избавление от кошмаров сролил, смотрите, избавление от кошмаров сролил. Я же говорю, он две БОЕшки сролил, да, ДС. Это пиздец, это читы, да, я не знаю. Я тоже чешку не сролила. Где моя компенсация? Злым людям не везет. Он там разбился или что-то такое. Да он здесь стоит, там, а. Блин. Можно за квестом потом сходить? Да. А чё, кого нету? Я, блядь, рано или поздно тебя найду, и дело не в игре, дело не в матах, дело не в словах, которые ты мне говорил про пиксели. Ты, сука, базарил про меня, ты базарил про мою мать, и ты продолжаешь это делать. Ты ебаная бесстрашная мразь, которая даже не представляет, на что способен я. Я тебе, сука, просто обещаю, я тебя, мразь, найду, у тебя перевернется весь мир, нахуй. Ты после встречи со мной заживешь по-другому, я тебе обещаю, если ты выживешь. Базарю, я вот тупо, блядь, вот перед людьми, нахуй, которые меня близко знают, я готов ради того, чтобы кончить тебя, чтобы прервать твою ебаную жизнь, я готов пойти и отсидеть. Вот отвечаю, я готов, сука, потратить еще, нахуй, 5 лет своей жизни, просто чтобы прервать жизнь тебе, мрази.
Сколько тебе лет? Какая чеху разница? Ты клоун, который зашел сюда, блядь, пошутить со своей кучкой карманных долбоебов, блядь, которые будут сидеть нахуй и создавать про тебя грустные видео с картинками. Да не будут им все равно. Сколько тебе лет? Да куда он ушел? Сука, ору. Да не же протопал это ДПС, этот лоб, блядь. Ты готов отсидеть лишние 5 лет? Если честно, звучит как, знаете, какой-то мамкин, типа, чувак, которого вот, ну, выбесили. И который пытается косить под крутого. Ты оскорбляешь мою мать. Никогда не понимала вот это вот прикола, типа, мамку ебал. Ну вот если ты выебал 50-летнюю женщину, это вот у тебя должны быть проблемы, не у меня. Ну, стыдно должно быть, блядь. Это смотри, какая там женщина. А, видите, дракончиков ты богом. Если это моя мама, ну, то стыдно, понимаете, ребят? Вот экшен, вот это да, блядь, вот это бой. Видите, сколько тут кот месило, блядь. Третий протопал, может, у меня типа дамагу. Бейте тут хорошо. Кого тобой? А у кого? Не, ни у кого. Погнали бить дракона. Кек, как дела? Нормально. Тебе паштет. Паштет мы. А, на работе все паштет. Так, второго дракона приведу на лестницу, пока буду его вести, никто его не бьет. Выделила, короче, Лока в таргет случайно. Смотрю, он кастует, рука потянулась, как сбить. Тоже, походу, диагноз. Давайте все на лестницу поднимайтесь. Поднимайтесь все на лестницу. Не бейте пока, не бейте. Гад, ты умеешь вот за клоуна ставить его? Да, я его потащу. Все, давайте тотем убираем, становимся вон там. Все, сюда
Фэрки, Фэрки, Дэс, Золотая, ближе, давайте все подошли. Это, идите назад, назад отойдите к воротам ближе. Глупцы! Зачем вы сюда хуя били? Синхронные ачивы. Ну. Хуй. Слава, ты тут? Рыба для тех, кто не решается признаться Войду в любви. Где? Для тебя, что ли? О, Войд, я люблю тебя, братан. Слава, ты здесь? Слава, Слава. Да кто ему даст спать, если Славы здесь нету? Ну, сейчас он, может, придет, увидев. Бегите, ты мудак, что ли, блядь? Ты можешь сказать мне крылья дайте, зубы, блядь, пизду какую-нибудь свою активируй там, ёб твою мать, нахуй. Ты мог спросить зубы, крылья, блядь, потому что хиллер у нас ебланы полнейший, блядь. Значит так, проститутки анальные, блядь. Несколько секунд подряд пиздили о том, чтобы эту, блядь, дуру риснуть, блядь. Дуру риснули, блядь, эта дура ПСС стала, блядь. Вы эту дуру корову похилили хоть раз, блядь, а на нюге вы паршивые, блядь. Вы похилили ее или нет, я спрашиваю, блядь. Ты что, в хиллеры заделался, что ли, блядь? Я спрашиваю хиллеры, где был хил по нему, блядь? Я не доставал до него. Остальные, блядь, ёпта, вы с правой стороны все стояли, блядь, долбоёбы. Там, где Мазури сказала, там и был хил. Мне, блядь, до пизды, где вы их ставите. Это ваши проблемы, блядь, уроды, нахуй. Лёша, блядь, если ты не веришь, что ты выживешь, блядь, жри свои портянки вонючие, блядь, рога, копыта, блядь. Ты жить должен, блядь, если твои долбоёбы хиллеры не врубаются, не пиздищи, блядь. Они, блядь, приспособились только в ВЦ героя хилить, и всё, блядь. Флешками, ну, нахуй, могут кастить, блядь. Бараны, блядь. Я, блядь, вам для чего говорю? Ресните, блядь, забафайте его и похильте, блядь. Вы даже на это не реагируете, блядь, ни разу, нахуй. Ну Слава. Чё, блядь, уебали второй раз танка, блядь, и чё, нахуй? Въебали потом ещё танка, блядь, из-за того, что вы долго там, блядь, свои булки мяли, резали, бафали, блядь, хилили, нахуй. Вы не можете приоритет расставить, вышел, блядь, костан... Всё, тише, голос даду тебе, когда я так включил. Давайте. Без этого, без Славы начнём, пошёл он нахуй. Хилы есть, задувал, да. Так, так, так. По один делает квест. Ага. Что, кто это был? Ну, типка начал включать запись. Да все, никто ничего не был. Что, какая разница? Слава, давай добирай людей и погнали. Не-не, у нас все хорошо. Мы стоим тебя возьми... ждем уже. Вара, возьми из гильдии. Амитария, он был уже. Ну, блин. Зачем, может, все оставить одного? Да не, мы там в записи слушали, просто тебя ждали. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ваши
Танки молодцы. Это он даже не ладен. Поднимайте этот хорн, тут слава, командой. Сказал АФК. Да. Ты типа совсем обычный, да? Ой, не заметил. Да, 10 стаков было. Освобождёнки. У тебя 19 было. Длейте этот хорн ману. Дайте фридом БДК, а то он, бедняжка, не может ты бегать. Ты точно, извини. Ой, не тому дал. А ты ему не дал. Настрел. Дайте хорну крест и каску. Да он уже забафанный. Так, чисто озвучил, что он пишет. Беги, малышка, беги! Сорян, вылечил. Ты зашел так четко. Синдой. Да, она типа только притянула, каст пошел и ты появился. 13 стаков. Хорн, у тебя уже 15 стаков. Да, пусть каст этот стакает. Мне что, жалко, что ли? Ты задувал меня. Давай, не переживай за Хорна. Ой. Блять, боги я... поставили. А вообще, типа, видишь, где я стояла? Я, типа, не видела, что он все-таки. Злая. Блин, я не знала, что он по такому рейнджену заморозит. Ты же глянь, где я стою. Метка на мне. Это же притяжка. Отбегается. Беги, малышка, беги! Смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает... Меня разбейте-то, а?
Так, сейчас же обжигающий холод. Да, ты меня убеги. А его не заморозит. Квест, берите сущность этого. Не забудьте утонуть. А, сбейте глыбы. Склеп бейте, склеп. Ну, в смысле, не забудьте утонуть босса, там ж квест. Ты где? Запиши человека на осколке. Гефест, ты после рейда напишешь мне в личку Сетберу, я тебе запишу на осколке, да? Рыба для любителей ЦОК. Рыба не буду есть ее, да. Для ультадрочеров и вот тут возле самоклейки, возле ЦОК дрочеров. Поставь, пожалуйста, для Ола. Все в бой, бля. А где посуд для дрочеров? А можешь там выбирать ешь. Любую. ПВП Элем говорит. А чё, вот так 5 хилов пойдём, да? Неужели прибыли наконец хвалёные силы? Дайте дадут чипки бафы. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молиться. Может, обычку лучше резко соберем? Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я и ВК лучше хочу. Я оставлю тебя в живых. Или в льду. Видел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение.
Диспел спала. Не, намарился. Говорите там, кому ману заливать. Да нет, там не надо уже. Не, я случайно иногда нажимаю кнопку. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Пойдите на край, на край, на край. Я проморожу вас насквозь, и вы разлетитесь на ледяные осколки. Да пристыд-то пусть дома. Появился, я упал. Все, никто, слава, бьем дальше, все живы. А че ему? На месте я упал, на месте, я в зиме поэтому стоял. А, присты, дайте гем на ману. Блять, кто-то делает еще тупые. Что вы творите? Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Ледяная соль жаждет крови. Бейте духа, а не лича. Алло.
Хорд, повинуйся мне! Дайте ману Чендлеру. Какой-то пауза хил за хил. Что-нибудь... Конечно. Кинжал на рога на вангуй. Сколок, осколок. Слава, нет, давай. Можно, а можно наванговать этот, на кота алебарду? И два прилива. Линканите дамаг по вальке, пожалуйста. Больше можно? Воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот падет от их рук. И ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Что-то слышно. Слышно, Сава, слышно. Меня кот укусил. Артас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни. Раньше был особенно весело, когда он был маленький. Сижу, значит, ссылка 25 гер. Он, короче, приходит и ложится спать на клавиатуру. Я бы убил кота такого. Он же был манюненький, размером с мою ладошку. Как на него можно злиться? Сонг песка. Падение изов. О-хо. Да, осколок. Ура. Давай. Надо? Не, не надо. У меня поменьше. Скорость снова. Катя. Дикади дайте на этого НХ.
Многие поставили портал и свалили. ГЦ просто. Не, сейчас подожди, зайду. Тут же КП не давали, да, за шмот? И не только. Надо.